Приветствую на канале Asmodeeplay. Продолжаем играть Лару Крофт. Не знаю, правда, сколько нам осталось. Но вроде гробница последняя. Так. Это что за гигантский прыжок мне надо сделать? Вот так. Вот так вот. Так, ну смотрим. Куда это нас забросило? Это что? О! Это хорошо. Это не знаю еще. Кто там? За клеткой. Опа. Так, ну наверх там мне точно не надо или надо? Или не надо? Вот как узнать? Хрень, да ни хрена. Что за хрена тень? Куда мне этот камушек оттащить? Ладно. Посмотрим. Ага. Что-то не то. Зачем нам этот камень? Сюда мы его не можем доставить. Ладно. Ну давай. Мать его. Ты как так мимо-то пролетела?
Не понимаю, почему ты падаешь? Да ё-моё! Вот так. Так. Так, взяли второй предмет. Сейчас, минутку. У нас тут разливайка. Давай. Котик ласковый, когда не кусается, наверное. Так. Твою за ногу. Так, это я куда попал? Незнакомая. Ну, как я понимаю, карта вся связана. Так или иначе, хоть в круг. А вниз зачем? Не, давайте пока поверху. Ох, ни хрена, что я запустил-то? Так. Попробуем одно. Ни хрена.
Так. Не-не-не. Вот, нет, вот. Так. На. Вас там трое должно быть. Так, а мне сюда не надо будет. Или надо будет? Так. Вот так. Я вообще должен был наверху там быть. Лазить куда-то там. Так, ладно. Смотрим, что у нас там. Давай. Вот тебе мамонька, солнышко мое. Ну еще чуть-чуть. Так. Даже и сказать-то нехер. Подождите, так я... Ну ладно. Так. Ага. Так. Реально, а как мне туда попасть? Так. А мне туда вообще надо? Нет. Ну-ка. Докуда вы? Ни хрена.
Ну и ладно, мне там делать нечего. Тихо, тихо. О-о-о-о-о. Ни хрена себе. На. Охрени. Прибежала тварь. Да. За каким хреном я обратно пошел, конечно. Не могу вам ответить на этот вопрос. Он для меня... остается загадкой. Ну давай. Ну ладно, хоть проверили. Да. А как мне тут быть? А, да я не умер. Я думал пополам сразу. Ладно. Не получается. Думал, как у Индиана Джонса. Вот так. Ну
Сумел. Так, это у меня какой третий будет? Я же его не собрал еще. Ой. Да тихо вы. Что? Так. Ага. Вот с этой стороны это будет лучше. Блять. Ну и хрен на вас. Ха-ха-ха, контрольная точка, вот он. Выкусили. Понятненько. Вот теперь вот надо было. Сюда. Ой, он внизу топчется. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, аж слюни капают, мать его. Ладно. Уа. Что у нас там? Да, там мне не пролезть было бы. Ладно. Давай, давай. Куда? Тут, оказывается, я посмотрел, как проходили это игры другие. Как проходили динозавра. У меня, ладно, динозавр глюкнул. А там его, получается, разозлить надо и потом вовремя убрать голову. Ну, я как предполагал, да, он там хренакаться сам. Да, вообще что-то не так. Так. Ну давай. Вот так. Ни хрена, нормально. Здорово. Ой-ой-ой-ой. И оказывается, этих воинов действительно надо было щиты там у них вырывать из рук. У
я не вырывал. Я говорю, вроде зацеплял, но я не вырывал их, конечно. Но вырывать их потом, когда они на тебя зыркают этим зеленым глазом, делаешь из них просто тоже статуи и потом расстреливаешь. И, кстати, гасится очень быстро, ну, по крайней мере, как то, что я видел. Вот, а я прыгал там, кувыркался. Но фишка одна, отворачиваешься, и ты не каменеешь, потому что там это как горгона взгляд не действует на тебя, когда отворачиваешься. Почему мимо прыгнула? А как мне еще достать одну? Так. Значит, надо мне какую-то комнату найти. Где я еще? Кстати, была такая комната где-то. Блин. Я только комнату найти. Кстати, и комната вот так, которую именно я хотел найти. По-моему, она. Да, вроде бы она. Вот здесь вот по жукам надо лазить. Только как я наверх туда попадал? Камешек вот этот. Ну-ка. Видите, что-то получается. Так, это мы знаем. Вот здесь мы не были. И я так думаю, нам где-то здесь надо куда-то сюда. Так, здесь у нас вообще ни хрена, да?
Ага, ладно. Спасибо. Так. Патроны для автомата. О, у меня автомат где-то должен быть. А нет, смотрите-ка, да, все правильно. Сейчас посмотрим, как они выдвигаются сначала. Надолго, кстати, заходят. Хрен там, понятно. Вот так. Так, а тут-то куда? Блять, только назад рассвети, хрень. Да вообще не туда ты прыгнула. А, пипец. Подожди, а я хоть туда? Нет. Ладно, фу. Но все равно жопа жопная пока. Да. Так. Хреново, что собирать заново приходится. Так. Да как я первый раз прыгнул? Мать его. Вот так. Прыгаешь как тебе удобно или как надо? Ничего страшного, переживем. Вот. Слава богу, контроль. Так, а мне куда? Как мне надо? Ага, во. Так, нет, 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 поднимайся, поднимайся.
не получилось схватить. Мать его. Ну не, ладно, хоть контрольная точка у меня тут сообразилась. Так, еще раз так прыгнешь, и ты подохнешь. Сверх не надо. Самый верхний. Самый верхний. Давай наверх, наверх. Ты поймал же, почему ты отпустила? Так. Понятно. Вот так. С передячим паром, конечно. Не понял. Надо куда-то еще было. Ой. Не достают крюком или как почему? Мне надо сильно оттолкнуться, но почему-то она не отталкивается. Блин. Так.
Может, откуда-то с другого боку надо было. Хрен аж там, почему-то. Хотя я уверен, это все правильно делаю. Обратно-то за нее цепляться точно не надо. Может делать, блять, ну нету тут ни. Ага. Так. Блять. Я уверен, что это глюк какой-то. Блять. Да, я уверен, да, да. Я даже скажу больше. Тут другого-то выхода нету. Наверное, блять, у меня тут игра и закончится. Ну, в общем, как видите, на этом все, наверное, игру будем заканчивать.
Потому что тут баг такой, что он, ну видите, не прыгает она, мешается. Я уж и все попробовал. Ну все, видимо, вот на этом игра и заканчивается. Вот такой баг. Я не знаю. У многих еще, оказывается, баг находится, то что дверь не могут открыть. Ну там действительно вручную надо прицелиться. Здесь, как видите, никак. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарий. Так получилось, да, так получилось, что она не проходит, потому что можно было бы так раскачаться, чтобы аж завернуло вокруг. Но, как видите, нет. Все, вот. Так, это назад, назад не надо. Ну, видите, ни хрена не получается. Даже во время полета. Хочу немножко назад, чтобы она отошла. Не получается. Что ж, пока. Ну вот и единственное, что я вам могу, да, действительно показать, это там главарь такой был бы, которого вы победили бы. Играть там недолго бы оставалось. Только еще один главарь. Ну вот так скажем, а концовка. Но у меня из-за глюка, прошу прощения, уж не проходится. Ну а концовку я вам должен был показать. Вот что смог, то показал. Богиню мы порвали. Я так понимаю, которая предала, которая убила брата там своего. Ну да, не получилось, не получилось. Ну у кого получится, там дальше-то линейная она игра. Так что.